Здравствуйте, дорогие друзья! Мы поступательно двигаемся по 49 главе Исаии, и сегодня у нас 18 стих. Помните, что вчера мы молились о сыновьях, то есть о тех, кто дорог, и тех, кто оказались далеко, чтобы они возвратились. И сейчас сегодняшний стих, 18-й. «Возведи очи твои и посмотри вокруг, все они собираются, идут к тебе, живу я, говорит Господь, всеми ими ты облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста». Красота и гармония – это то, что делает Бог. Небесный Отец, мы сейчас на основании этого слова говорим, мы хотим, чтобы наши города, страны, семьи, церкви, все были украшены убранством Твоим, потому что все, что было угнано, оно возвращается. Мы сейчас просто это провозглашаем в атмосферу страны и города, и городов. Кто еще с нами присоединяется в разных местах, кто хочет увидеть это чудо, пусть это слово, оно универсальное в смысле божественных возможностей. И пусть приходит то, что будет приносить радость, приносить утешение, приносить прозрение, трезвость. А главное, чтобы люди, которые были вне тебя, спасались и приобретали вечность уже сейчас. Поэтому я благодарю тебя, что когда мы молимся, наши молитвы не расстилаются по земле, и поэтому мы ожидаем исполнения прочитанного слова, потому что мы доверяем не тому, что мы слышим из разных СМИ, из того, что мы слышим из мнений человеческих, а мы доверяем тому, что ты сказал: «Воззови ко мне, я тебе отвечу. Я покажу великое и недоступное, чего ты не знаешь». Поэтому мы еще не знаем, как ты можешь наводить порядок. Так наведи же его, Господи. Мы ждем это чудо в нашей стране и в наших городах, и в семьях, населяющих эту землю. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. Продолжаем молиться. До завтра.